Игровая компания Deadcraft Games первой представит новое решение Game Credits, базирующееся на крипто в одной из своих игр, начиная с 7 декабря. Game Credits предоставит возможность игрокам получать многочисленные преимущества, совершая покупки через Game Credits, а не через иные платежные методы, сообщает Bitscan.com. Сергей Шалом, генеральный директор Deadcraft Games, сообщил, что компания тестирует новое решение в одной из наиболее популярных игр — Фрагории, чтобы в дальнейшем применить его для всей индустрии.